Друзья, захожу в личный кабинет, и вот так вот я проверяю свои анализы, которые я сдавала. Так, что смотрим? Это у нас первый анализ. Вот видите, тут допустимое от 0,4 до 4,5. У меня 2,2 зеленая, значит, они у меня просто отличные. Так, смотрим Т4. Т4 свободный. Так, вот он у меня один. Ну, как бы вот к нижней границе, да, ближе, но все равно нормальный. Нормальный. Смотрим Т3 свободный. Вот он у меня 64. Слушайте, вот если меньше вот этой границы он уже идет, получается, там это начинается тиреотоксикоз. А, наверное, если ниже, то там другой какой-то начинается процесс. Мне вот, чтобы высокие гормоны нельзя, чтобы они были, и низкие. Короче, вот у меня анализы, все зелененькое пока. Ну, нормальные, да? Есть врачи у вас или кто болеет такой болезнью? Вы наверняка все уже знаете. В общем, вот такие вот неплохие анализы, неплохие. Друзья, продолжу видео по анализам, я вам показала, какие у меня анализы и что у меня с весом. С весом у меня просто беда. Это что-то невероятное. Вы знаете, я каждый раз стою на весы, и я в шоке от того, что он у меня ни на грамм не снижается, ни на грамм, он у меня до сих пор прибавляется. У меня опять плюс 1,5 килограмма. И я уже за это время, я вам говорила, я что только не переделала. Я уже и 12 часов последний раз ем. И по меню я ела. Но для меня сейчас много есть 3 раза в день. Я не могу. Для моего организма это уже лишняя еда, потому что все равно, раз я ем гораздо меньше, у меня желудок, видимо, сжался. И мне достаточно, ну, 2 раза в день. И то понемногу. И я сытая вообще там на вечер, и я вечером есть не хочу, и для меня сейчас поесть там последний раз даже в час, в два, если я с мясом поем что-то, салат, то я вечером спокойно не ем. Ну вот не знаю, как-то организм перенасыщился, и, видимо, раз я стала меньше есть, у меня желудок сжался, и мне нужно гораздо меньше еды. Там про какой-то сахар, торт, я вообще ничего не говорю. И я, допустим, не взвешиваюсь дня 4-3, и думаю, все, сейчас мне весы покажут, ну, минус 500 грамм, это точно, потому что до тех пор, пока со мной не случилась вот эта вот проблема, щитовидка, я вставала на весы, вечером я, если не поем, все, у меня минус 1,5 килограмма, тут же, и все, я стою на весы и смотрю, у меня плюс, там, 100 грамм, 200. И я стою, и я начинаю уже даже смеяться. Это, я не знаю, истерический смех, или я не могу понять ситуацию, что такое возможно. Это на самом деле вообще у меня неравная схватка сейчас идет вот с этими 12 килограммами. И тут мы с детьми же ездили, когда на Twin Peaks, то там вот такой поребрик был, и туда можно как бы прыгнуть. Получается, ты как будто бы прыгаешь в бездну. На самом деле там земля, и ты на землю приземляешься, и тебя не видно. Если вот так вот еще чуть-чуть сделать, пригнуться, то ты как будто бы в бездну прыгнул. И все, и мы с детьми-то стоим. И там был вот этот участок такой большой этого поребрика. Я сюда это видео включу, если оно у меня осталось. И я такая смотрю вниз-то и смотрю как-то, знаете, вот высоковато. Ну, вот так вот где-то прыгнуть. Ну, не то, что вот так вот, ой, легко прыгнуть. Я как-то, у меня мысль была, что-то как-то высоковато. Хотела вправо сдвинуться, а там туристы сидят на поребрике. И мне никак не сдвинуться, где расстояние-то поменьше. Я думаю, ну, ладно, прыгну. И вот я с этим весом Нелли говорю, давай снимай меня. И она меня снимает, я стою на поребрик и прыгаю. И я забыла, что у меня уже плюс 12 килограмм. И вы не представляете, я себе, идиотка, отбила ноги.
И у меня было такое ощущение, что у меня там кости как бы как сложились. Понимаете? Настолько неприятно. И у меня как дало вот так вот по ногам это все. И я такая раз присела и сама себе говорю: идиотка, ты что делаешь? С таким весом прыгнуть. Тем более я еще отметила, что довольно-таки большое расстояние. И я, короче говоря, у меня в мозге аж все ударило. Я такая встала. Пошла на полусогнутых, до поребрика дошла, села и сижу, отхожу, отхожу и сама себя ругаю. Говорю: Оля, ты идиотка, это вообще, а если бы у меня сложились ноги, а если бы у меня колени выпали, а если бы у меня вот здесь вот эти вот суставы, вот эти вот, тоже бы вот так вот как хрустнули, и все, капец, я бы что там развалилась с двумя сломанными ногами. И сюда вставлю видео, тоже мне всплыло в этом, в Инстаграме или где, не знаю, в ТикТоке. Насколько мы беспечно иногда поступаем, что вот такие последствия могут быть. И все, в общем, я посидела на этом поребрике, ругала себя. Ну все, чувствую, ноги отходят, и потом они у меня 2 дня болели. От того, что мышцы напряглись, от того, что суставы, слава богу, спасибо моим суставам, что они у меня это все выдержали. И вот знаете, у меня мама, она же всю жизнь спортом занималась, гимнастикой. Много-много лет. Сюда фотографию тоже помещу, маму свою. В упражнении. И вот она, как-то у нее были случаи, когда, знаете, скользко там или темно, ты не видишь, да, там вот такие вот, как идут, асфальт неровный, ты ногой шоркнул и раз полетел. И вот сколько у нее таких случаев было, и вот представляете, она настолько умеет группироваться, это все у нее осталось с молодости, что она все это так как бы умеет сгруппироваться, где-то там что-то, тело, владеет своим телом. А когда люди вообще, ну, со спортом не дружат, это же ведь как квашня, ты как мешок с картошкой падаешь, и все у тебя там, все вообще сломается, разрушится, отобьется, это вообще страшно. Потому что падать нужно тоже уметь. Конечно, меня этот вопрос беспокоит с моим весом до сих пор и очень сильно. И я уже где-то месяц сидела и думаю, надо начинать бегать. Потому что мне тоже подписчики некоторые написали, ну, у них там были какие-то проблемы с весом. Девушка мне одна написала, по-моему, борщевик здесь в Америке, говорит, где-то он на нее напал, эта трава-то, ну, не знаю, где на участке, может быть. А это же такая очень серьезная трава, если она у вас там тело заденет, то у вас и аллергия, может быть, и это долго не заживает. По-моему, борщевик она называется. И говорит, вот тут где-то он ее зацепил, и, в общем, аллергия началась, пошла в больницу, и выписали гормоны. И, в общем, тоже такую ударную дозу, говорит, и сразу же что-то 10 килограмм прибавилось, и никак не могла их скинуть. И вот начала бегать потихоньку. И говорит, ну, понятно, что питаться и бегать. И говорит, только вот после этого постепенно-постепенно начал вес снижаться, но я поняла, что еще и гормоны больше не пила. Девушка. И вот и мне это сообщение тоже запало в голову, и думаю, надо бегать. А я это ненавижу, просто ненавижу. Сегодня все-таки я утром собралась, вышла и иду. И как я настраиваюсь на это? Я думаю, вот если я хожу пешком 10 тысяч шагов, у меня это утро уходит 2 часа утром. Потому что где-то 1:30 я хожу, прихожу, пока в душ схожу, то все, это 2 часа у меня исчезает с моего утра. Я думаю, а если бегать даже, допустим, 20-30, да, минут, это же эффект как бы гораздо больше, и ты не тратишь столько времени вот на этот спорт. И сегодня я, превозмогая себя, все-таки пошла пораньше. Утром там прошлась какое-то расстояние, потом пробежалась. И знаете, когда ты делаешь такие вещи, которые тебе как бы не свойственны, которые ты не мог в своей голове перешагнуть, и я такая бегу там,
И с вас я говорю, офигеть, все-таки я побежала. Потому что я это настолько отрицаю, вы себе представить не можете, я ненавижу это. И все, пробежала там какое-то расстояние, прошлась. И кружок такой небольшой сделала, где-то минут 25 у меня на это ушло, пробежалась, прошлась. Я пришла домой, вы не представляете, я была вся красная, с меня все бежит. Лена мне звонит, я с ней разговариваю, это включила связь там, видеосвязь. Она говорит, что с тобой? Я говорю, ты представляешь, 25 минут пробежалась. И, во-первых, конечно, ты когда бежишь, у тебя хоть этот жир твой как растрясывается. А то ты все равно ходишь, но это не то, это что, это прогулка, можно сказать. И вот такой эффект у меня сегодня был от этой пробежки моей, что я такая воодушевленная, думаю, все, буду с сегодняшнего дня бегать каждый день, там, ну, по 20-15 даже минут. Вы знаете, этого и то достаточно будет, чтобы у тебя тело, вот оно, растряслось хотя бы, и все-таки хоть какую-то нагрузку дать. И, в общем, вот, борьба с весом продолжается. Кто кого, и вот я дошла даже до того, что я начала бегать. Представляете, я вот это вот говорю и не верю самой себе, это до чего меня довел этот вес. Ну, в общем, буду держать вас в курсе, выдержу я это, не выдержу, смогу ли я хотя бы там месяц продержаться, бегать по 20-25 минут всего лишь. В общем, ну у меня, слава богу, сегодня не было вот такого, что не, все, больше я ни ногой бег не буду это самое использовать, ни ногой больше я его не попробую. Нет, я пришла и прямо я такой кайф получила, потому что увидела такой результат классный. Я себя, правда, так хорошо почувствовала, знаете, потому что так застаиваешься. Ну, я, видите, за рулем еще целыми днями, поэтому... Поэтому вот, в общем, вот я такое сделала, что сама не верю, что я это сделала. В общем, держу вас в курсе. Ну все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока. Цель, размер. И 87 полиэстер, 13 спандекс. Вот так он выглядит, темно-серый цвет, стрейч, очень комфортный и дорогущий бренд The North Face. Так, где тут карман был? Где он? Это я видела. Вот этот, что ли? А, вот он. Вот карманчик есть сзади. Только один. Вот такого плана. Замечательно стирается, смотрится. Мне кажется, тоже очень прикольно. Ой, красавчик. Вы знаете, что я неравнодушна к комбинезонам. Так, где у него этикетка-то? Вот она, вот The North Face. Такой красавец. Просто красавец.